Я очень рад приветствовать всех, кто присоединился к нам сейчас, кто присоединился в прямом эфире по ту сторону экрана. Следующих 30-40 минут мы проведем, рассуждая над Божьим Словом. Друзья, и я в основании взял текст из Священного Писания, который записан в Ефесянам во 2 главе с 8 по 10 стихи. Эти слова хочу прочесть и вместе с вами порассуждать. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Ой, как это чудесно. «Благодатью ты и я мы спасены». Благодать – это Божий подарок, это Божьи протянутые руки к тебе, это Его любовь, выраженная в конкретном твоем и моем спасении. Благодать. Это незаслуженно. Мы не можем заработать благодать. Мы не можем снискать благодать своим усиленным трудом. Мы просто получаем ее, получаем по вере, по суверенной милости и власти Божией, когда Он протягивает к нам свои отцовские, заботящиеся руки. Благодатью вы спасены, сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Только представьте себе на одну минуту, что если бы наше спасение зависело от дел. Я уверен, что когда бы мы пришли на небо, мы бы увидели настолько разношерстную картину. Там был бы целый квартал богатых людей. Потому что они своим богатством, своими делами, они сделали особенное место себе. Там был бы другой квартал, который, совсем другие люди. Люди попроще, люди умные, люди ученые. И все своими делами заработали какую-то позицию. Апостол Павел говорит, я перечеркну все это. И я скажу вам, что не от дел вы спасены. Вы спасены по великой милости и Божьей любви. Поэтому в смысле спасения мы одинаковые. И мы приходим к Богу благодаря Его действию по отношению к нам. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, и вот здесь внимание, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Оказывается, я спасаюсь не отдел, я спасаюсь по Его милости и любви, но при том, после того, когда я спасен, я становлюсь новым творением. И я создан Богом уже как новое творение, переформатировано, перепрограммировано, обновленным умом, с другими чувствами и пониманиями, с другим взглядом и другими очками на жизнь и на поступки. Я создан им, переформатирован им, чтобы делать добрые дела. Есть четыре функции церкви. Одна из них – это поклонение Богу и церковь. Поместная церковь – это место поклонения. Ты и я, мы приходим сюда. Сегодня такое чудесное, родное поклонение. Я просто улетел в присутствии Божьем. Как я соскучился по нашему поклонению. Как это здорово видеть братьев и сестер, поклоняющихся и молящихся Господу. Церковь – это место поклонения Богу. Это одна функция. Вторая функция. Иисус сказал, идите, проповедуйте Евангелие. И всех, кто будет веровать и креститься, вы учите их. Другими словами, вы сделаете из них учеников моих. И вот эта функция. Делайте учеников. Не просто молитесь и поклоняйтесь, а передавайте учения, которые я дал вам. Передавайте другим людям. Делайте учеников. Третья функция. Проповедуйте Евангелие. Благовествуйте. Я так рад, что Максим 22 Библии вчера раздал, проповедуя Евангелие. Взял свое время просто для проповеди Евангелия. Когда ты последний раз проповедовал? Когда из твоих уст исходило слово, свидетельство о том, что сделал Иисус? Как давно это было? А ведь это назначение церкви и твое, и мое. И четвертая функция – служение миру, выраженное в делах милосердия. Говоря проще, добрые дела. Бескорыстные добрые дела. Просто добрые дела. Ты скажешь, при чем тут добрые дела? Вообще-то, то есть жизнь настолько сложная, что какие тут добрые дела? Тут деньги зарабатываешь, тут надо все счета покрыть, тут столько всего, и со здоровьем боремся, и этот ковид, который просто приключился, как странное что-то, мы тут тоже в этой проблеме. А ты говоришь, каких-то добрых дел. Не то время сейчас. Каждый думает о себе. Но вы знаете, назначение церкви,
которую апостол Павел называет столпом и утверждением истины, не меняется. В то время, когда меняются обстоятельства, или социум, или законы меняются, или экономика, или политика, или эпидемии приходят, церковь, она является столпом и утверждением истины. И четыре функции, которые Бог определил для церкви, сквозь все времена и годы остаются неизменными. А у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, а как давно вы делали доброе дело? Просто доброе дело. Не потому доброе дело, чтобы в результате этого доброго дела человек узнал о церкви, о вас, человек, вот, ну, вы что-то получили от него. А вот просто доброе дело. Просто милостыня. Просто оказать любовь. Хочу сказать, друзья, что иногда происходит то, что называется профессиональной деформацией. Когда ты в христианстве долгое время, почему-то мы как-то вот сердце черствеет. Помните, там в Откровении Иисус говорит, что имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. То есть ты стал теплым. Ну, добрые дела, проповеди, поклонения, церковь, домашние церкви. Все хорошо, все классно, все здорово, все хорошо. И мы становимся теплыми такими. Иисус говорит, я имею против тебя, если твое сердце не пламенеет и не горит той любовью, которую Он наполняет нас. Апостол Павел вообще сказал интересную мысль. Он сказал, что если я делаю это добровольно, то я буду иметь награду. То есть добровольно, это означает, меня никто не принуждает. Я имею эту природу внутри, делать добрые дела, благовествовать, нести Евангелие, и я это делаю не потому, что я боюсь, что Господь меня спросит. Или буду иметь награду потом, и я ради награды, ну надо же как-то думать о вечности, ну что же я на небо приду так, надо же что-то ради награды. Вы знаете, Бог свой прожектор направляет глубже в наш мотив и хочет посмотреть, что в действительности движет человеком, который делает добрые дела. Притча 23 глава 7 стих. Каковы мысли в душе его, таков и он. Я буду говорить сегодня с вами о бескорыстном мышлении. Давайте скажем вместе. Бескорыстное мышление. Это мышление, у которого нет выгоды. Это мышление, которое не просчитывает эти шаги. Это не вот такое крутлявое мышление. Это бескорыстное мышление. Это мышление, которое видит нужду и думает, как я могу восполнить эту нужду. Что я могу сделать? Помните эту историю, когда сын к отцу подходит и говорит, пап, скажи, пожалуйста, 2 плюс 2, сколько? В ответ отец говорит, сынок, а мы покупаем или продаем? Это корыстное мышление. Если мы покупаем, то это будет немножко, ну, чуть-чуть по-другому, если продаем, будет немного по-другому. Друзья, бескорыстное мышление – это то, чем церковь должна быть наполнена. Пусть твой и мой разум будет обновлен. Вот процесс обновления ума – это процесс для многих людей. Уйти от выгоды, от корысти, от просчетов каких-то человеческих, от того, чтобы делать только потому, чтобы потом получить воздаяние к природе Божией, к природе Иисуса Христа, которая внутри каждого из нас. А Он создал нас на добрые дела. Бескорыстно может поступать человек, который знает Иисуса, который любит Иисуса. Я прошел по своей Библии так мысленно вчера, когда готовился с этим вопросом. А есть ли в Библии герои, которым мы можем подражать, которые поступали бескорыстно? И, конечно, я обратился вначале в Бытие и пошел от Бытия дальше. И я нашел там огромное количество имен тех людей, которым можно подражать в бескорыстии. И прежде всего, конечно, это Авраам. Помните, был момент, когда слуги Авраамовы, рабы, и рабы также слуги, пастухи Лота, племянника его, они ссорились между собою. И вот Авраам, который вообще призван Богом стать патриархом, который вообще, ну, другой, чем Лот, Лот племянник, и он Лота просто взял с собою,
А Бог имел дело с Авраамом. Лот только и потому и был благословен, что был соединен с Авраамом. И когда у него была беда и проблема, Авраам кинулся и воевал с 5 царями, которые выступили против его племянника. Просто бескорыстно воевал, отвоевал его, отпустил его. Ну вот момент. Встречаются они, Авраам и Лот. И Авраам говорит: не вся ли земля перед нами? Если ты направо, я налево. Если ты налево, я направо. Бескорыстное мышление. Авраам, а почему бы тебе не сказать: я вообще-то отец, и я вообще-то старше тебя, поэтому дай право выбора мне. Я выберу. Что лучшее, это принадлежит мне. Я выберу лучшее мне, а тебе что останется? И так многие поступают. В семье так многие поступают. Я помню, когда я женился, я был просто, ну, необыкновенно впечатлен, потому что Надюшка моя, такое чувство, она все сфокусирована только на мне. И готовит, и все лучшее подает, и лучший кусочек. Я, в свою очередь, тоже стараюсь воздать этим, но у меня как-то не так получалось. А у нее, я помню, я был прямо в шоке. То есть все лучшее. Знаете, право лучшего выбора. Бескорыстное мышление может предоставить другому человеку. Хорошо, бери. Хочешь, бери. Мой Бог мне мое оставит. Вы знаете историю, что то место, которое так красиво выглядело, был просто сад среди пустыни, такая свежая зелень, просто явра, значит, Лот просто пошел туда. Это стало погибелью, сетью для Лота. Он мучился все эти годы там в праведной душе своей, потому что место было настолько, насколько красивым, настолько же и развратным. Если перелистнуть еще страницы Библии, то я бы отметил Иоаннафана. Потому что Иоаннафан был законным сыном царя Саула. И по праву ему принадлежал трон. И вы знаете, как сыновья, как дети, как мальчишки ведут себя, когда их папа кто-то большой и крутой. Они не ведут себя просто так среди сверстников. Они так гордо голову поднимают. Они разговаривают так сверху вниз, потому что их папа очень крутой. А если еще не только папа крутой, а он станет на место папы, и это вообще-то естественно, и это по закону, то тут еще больше основания для гордости, высокомерия, надмения. Но не с Иоаннафаном. Иоаннафан, написано, полюбил Давида. И в этой любви он уступает. Он делает все, чтобы Давиду было лучше. Он знает, что Бог помазал Давида. И никакой конкуренции, никакой зависти, никакой войны, никакого противостояния, никаких там схем каких-то. Он бескорыстно, просто в любви уступает Давиду. Они становятся друзьями, близкими друзьями. Вы знаете, дружбу разбивает выгода и корысть. Вы знаете много таких примеров. Я помню, в школе я учился, и я помню, как мы там сидели и с пацанами говорили, и такое чувство было, где-то лет 14-15, наверное, что мы будем друзьями навеки, мы друзья навеки. Все, чуть ли не там мы клянемся, там друг другу посвящаем, мы друзья, мы вместе, вместе будем жить, вместе будем то делать, вместе то. Все рассыпается потом. Почему рассыпается? А потому что этот, он там где-то что-то там пробился, а тот не пробился. Зависть начинается, выгода, корысть. Одно говорят, другое имеет в виду. Потом это все открывается, и нет доверия. Так многое значит бескорыстное отношение и мышление в жизни друзей. Это и Иосиф. Еще пару минут хочу взять вашего времени. Не могу пройти мимо Иосифа, потому что Иосиф – это пример необыкновенный. Необыкновенный пример. Это образ Иисуса Христа, который простил своих братьев после жестокого, грубого, циничного предательства. Вас предавали.
С вами было так, когда с вами поступали абсолютно несправедливо, когда вместо добра вашего расположения вам кто-то просто плюнул в душу и просто, вы знаете, как слон в посудной лавке развернулся и все, самые лучшие добрые просто истоптал внутри. И как будто кто-то говорит, закрывайся, никому не доверяй больше. Вообще живи как на острове. Не, всем улыбайся, это будет маска твоя. Всем улыбайся, но на самом деле никому не доверяй. Нет в этом мире честности. Нет в этом мире справедливости. Друзья, это голос с ада. Кто, как не Иосиф, мог бы сказать, ребята, вы пришли ко мне. История поворачивается таким образом, что проданный в рабство мальчишка становится через какое-то время премьер-министром целого государства, и вокруг голод, и к нему приходят мужчины, взрослые, дядьки, а это его братья, которые получили за него 20 серебряников, которые его продали в рабство. Это ли не момент? А он в положении власти. Просто один взгляд, и их могли бы просто взять и бросить в тюрьму. Он мог бы сказать, ну я хочу поговорить с вами теперь. Вместо этого мы находим плачущим Иосифа, стоящим перед ними, обнимающим их и говорящим, я брат ваш, не жалейте об этом, потому что Бог, это сделал Бог, Он послал меня перед вами. Я брат ваш, я прощаю вас, приведите мне отца, живите здесь у меня. Я сделаю все, что я смогу. Бескорыстное мышление. Это мышление, которое приводит тебя к прощению. Знаете, простить – это отпустить. Как будто ты держишь что-то в руке. Ты держишь в руке, крепко держишь в руке, и ты не можешь отпустить, потому что тебе плохо, потому что это просто вывернуло тебя все. Такое предательство, и ты постоянно возвращаешься к этому. Простить – это отпустить. Это разжать кулак свой. И сказать, я отпускаю. Я отдаю это в руки Божьи. Знаете, я рос в церкви, где у нас была такая фраза, часто говорили такую фразу, отдай в руки Божьи, Господь рассудит. Я помню, часто так было. Отдай в руки Божьи. О, это так несправедливо поступил с нами. О, это сделал тот. Отдай в руки Божьи. Мне мама говорила, сынок, не стой за себя. Я говорю, да они меня там обзывают в школе. Да я не такой, да я тот. Не стой за себя. Пусть обзывают. Это честь. За Иисуса обзывают, не за плохое поведение обзывают, а за Иисуса обзывают, это честь. Отдай в руки Божьи, отдай Господу это. Что такое отдай Господу? Как это отдай Господу? Это болит, это печет. Разожми кулачок, отдай в руки Божьи. Давай помолимся вместе. Мы склонялись, мы молились вместе. Я говорил, Господь, я отдаю в Твои руки. И как-то так раз, и все, вот эта боль уходила. Бескорыстное мышление. Господь создал церковь для того, чтобы мы были примером и образцом бескорыстия. Я не говорю о глупости. Я говорю о том, что Бог создал нас мудрыми, как змеи, простыми, как голуби. Но Бог создал нас на добрые дела, которые мы должны исполнить. И это есть бескорыстное мышление. Вы знаете, хочу привести в пример известную притчу для многих из нас. Эта притча записана в Евангелии от Луки в 10 главе о добром самарянине. Я очень кратенько ее расскажу и несколько мыслей хочу подчеркнуть здесь. Помните, что эта притча была рассказана Иисусом в ответ на вопрос, который задал Иисус один человек. В Библии сказано, что он был законником, то есть он знал закон Божий, он был по букве закона праведником, и он спросил у Иисуса, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус в ответ спросил у этого человека, а что в законе написано? Как ты читаешь? Он сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твою, всею крепостью твоей, всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему, правильно ты сказал, или правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. Давайте скажем, и будешь жить. И будешь жить. Другими словами, если ты не будешь поступать таким образом, то ты не будешь жить, то ты умрешь. Как поступать? Вот так?
люби ближнего своего так, как свою душу. Ну, я себя любимого-то я люблю, я перед зеркалом стою каждый день. Но я не могу так ближнего любить. Тем более вот того, вот то существо. Тут, знаете, у меня чат в телефоне нашего дома, и там где-то что-то капало, на этаже. Я сел в самолет и заметил, что у меня огромное количество непрочитанных сообщений. Я думаю, надо хоть почитать, что там в доме происходит. Я лечу домой в Новосибирь, что там в доме. И я читаю там, и там пишет, видимо, бывшая жена, или как она пишет: «Дорогие соседи, простите, пожалуйста, кроме моего имени в этой квартире больше нет ничего. То существо, которое там находится и продолжает писать в таком стиле». Я почитал, думаю, Господи, как это так, да? Как трудно нам вот иногда любить кого-то. Но Иисус говорит, если ты так будешь поступать, то ты будешь жить. Но он не такой простой был парень, но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» И вот здесь разворачивается целая картина. А Иисус серьезно ответил. Иисус взял и нарисовал целую панораму. Он говорит, некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел. Представьте себе, лежит израненный, истекает кровью, нет силы встать. Ограбленный, избитый, побитый, под солнцем палящим, брошенный умирать. К нему подходит человек, смотрит на него, вся надежда, помоги мне. Он подошел, посмотрел и прошел мимо. Как вы думаете, почему прошел мимо? Скажите, ну занят был, деньги посчитал. Подумал, вот с ним начну возиться сейчас, сколько же денег на это уйдет. Или времени не было. Очень занят был, наверное, куда-то бежал, спешил. Но подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем. И если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Вот история. Просто самарянин. Причем Иисус не просто сказал, что это человек, из Иудеи. Он сказал самарянин, потому что евреи пренебрегали, иудеи пренебрегали теми евреями, кто жили в Самарии. Типа, а тот, которого вы пренебрегаете, он увидел его, остановил своего осла, пришел к нему, и все, что было у него, дезинфицировал его раны. Вино было, он вино излил. Масло, чтобы мягче было, чтобы не было так больно. И взял его, поднял на своего осла. Подожди, эти вообще-то шли пешком, и священник, и левит, а у тебя осел был, то есть это машина того времени, то есть, видимо, человек-бизнесмен был, то есть он при деле, скорее всего, куда-то шел, там, может быть, вечером встреча какая-то была намеченная, но вдруг все остановилось, он увидел здесь лежащего у обочины несчастного, и он берет его на своего осла, и он везет, поворачивает в другую сторону, ближайшее место, где могут тебе оказать помощь, где это? Тогда не было госпиталей, гостиница. Нашел гостиницу, привез в гостиницу. Подходит к хозяину, говорит: «Слушай, позаботься о нем». На следующий день, то есть было уже весь день или полдня ушло на то, чтобы доставить его в то место, где ему могут оказать помощь. И он уже переночевал на следующий день. Говорит: «Мне надо ехать». Достал еще денег. Достал денег. Подожди, достал денег. Ты когда-нибудь доставал просто так деньги? Вот так просто отдавал. Я не говорю о глупости какой-то. Я говорю о добрых делах, которые Бог предназначил, чтобы мы исполняли. Достал денег, дал ему и сказал: «Я думаю, хватит. Но если не хватит,
я буду возвращаться, я специально заеду, и если ты потратишь больше на него, я заплачу. Когда Иисус закончил эту историю, Он дальше сказал следующее. Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал, иди, и ты поступай так же. Смотрите, иди, и ты поступай так же. Второй раз Он говорит об этом. Друзья, здесь есть несколько уровней мышления, и одно из них – это мышление вот этого грабителя или этих грабителей, разбойников, которые мыслили таким образом, что все то, что принадлежит тебе, это будет моим. Я отберу, я наведу порядок, у тебя что-то есть, надо делиться этим. И вы знаете, это мышление эгоистов. Мышление все для меня, все ко мне. Если трансформировать этот образ мышления в нашу ситуацию, то нередко мы можем наблюдать, что мы задаем сами себе вопрос, а что я с этого буду иметь? А зачем мне это нужно? Вот я в церковь прихожу, а что я с этого буду иметь? Что я поимею с этого всего? На домашнюю церковь прихожу, на Белкин дом прихожу, что-то делаю, десятины еще даю. О, а что я с этого буду иметь? А, ну на небе там что-то, наверное. Это не тот образ мышления. Измененное, обновленное мышление, оно другое. Оно движется ровно в противоположном направлении. Чем я могу тебе помочь? Я просто хочу послужить Господу, служа тебе. Я хочу здесь в церкви послужить. Скажите мне, что делать. Я помогу с аппаратурой. Я помогу там, что нужно. Я найду время. Позвольте мне. Я возьму ответственность. Это мышление любви, это мышление служения. Второй образ мышления мы находим здесь у священников и левитов. Все то, что мое, это мое. Почему я должен делиться вообще? Это с тобой случилось. Кто знает, какова твоя судьба? Может быть, тебя Господь наказывает. Священники же ведь могут и мудро как-то сказать даже, да? То есть и подумать, все мое, мое. И у доброго самарянина совсем другой образ мышления. Все мое, твое. Ты нуждаешься. Он не ждал никакого воздаяния от этого несчастного, от этой жертвы. Он не ждал, что ему кто-то вернет этих денег. Он потратился, время потратил, денег потратил. Возможно, просто устал даже. Вообще все повернул в другую сторону. Он бескорыстно думал. И поэтому и поступок. Этот поступок Иисус поднял высоко и сказал, иди, и ты поступай так же. Другими словами, Он призывает того законника к бескорыстным поступкам, к милостыне, к добрым делам, к жертвенности, к посвящению, к участию, к отдаче, к образу мышления. Все мое, твое. Я принадлежу Господу, и я готов делать добрые дела. Я расскажу вам историю, которая случилась со мной буквально несколько дней тому назад. Мы строимся, у нас есть друзья, которые помогают нам в этой стройке. У нас не так много опыта в строительстве, тем более выступать в роли заказчика, просчитывать все. Мы делали все самое лучшее, что мы понимали. Но мы пришли к моменту, когда наш бюджет закончился. Не знаю, у вас такое бывает или нет. Вы делаете ремонт, и денег больше нет. А вы на середине, там где-то вам надо что-то доделать. И мы в таком процессе. У нас огромное количество строителей. 16 человек строят. И бригада. И мы и им там денег даем также. И на материалы даем деньги. И все. И мы пришли к моменту, что у нас заканчиваются деньги. Это было буквально недели полторы назад, две назад. Пастор Петр пришел ко мне в воскресенье после служения, говорит, не хотел тебя расстраивать перед проповедью. И как развернул мне все цифры, И мы склонились с Надюшкой перед Богом, как это обычно бывает в нашей спальне, на колени у нашей кровати. Я сказал, Господи, я здесь по воле Твоей. Я вообще туда пришел только потому, что Ты сказал мне.
Этот дом купили только потому, что в Церкви Завета были люди, которые пожертвовали деньги, и другие, которые пожертвовали. А эти дети, которых ты дал нам, Господи, это все, что ты дал нам здесь. Я здесь по воле твоей. Я не знаю, как нам выйти из этой ситуации. Мы не можем остановить стройку сейчас, потому мы можем остановить, но а как мы закончим? А где ты потом эту бригаду соберешь? И вообще, это столько вопросов. И после молитвы, так как был вечер уже, мы просто пошли отдыхать. Утром, когда я проснулся, у меня первая мысль была, напиши письмо. И на память пришел один человек. Некоторое время тому назад я обратился к нему, нам надо было тоже, когда мы землю покупали в Новосибирске, занять денег. И я написал ему, и он занял нам. Мы отдавали 3 года, трудно отдавали. Церковь, я-то знаю, администрация знает, мы отдали, все отдали. Я написал ему письмо, целый день писал. Написал, фотографии скинул, сказал, вот где мы. Вот тут уже отделка, но у нас все кончились деньги. Мы понимали, но мы как-то думали, что еще как-то, что, ну мы уже все. Вот еще неделю, полторы, и мы все полностью остановились. И я сказал, если можешь, займи нам. И у меня прямо цифра в голове, большая цифра. И я написал эту цифру ему, и администрация наша посчитала, 2,5 года будем отдавать. И составили договор, в котором график отдачи, когда мы отдаем, какую сумму, как, что, все. И вместе с письмом отправил этот договор. И я получаю ответ на следующее утро. Очень кратко. Виталий, привет. Да, по-русски. Скажи, куда отправить деньги. Мы там, радости у нас не было предела. Мы там, аллилуйя, аллилуйя, ходили, радовались вообще. А договор не подписал. Через пару времени, через несколько дней, администрация говорит, а договор-то он должен был подписать, мы-то поставили подпись, а он нет. Мы пишем ему, что, пожалуйста, подпиши договорчик, чтобы все было правильно, потому что мы все делаем так, как, ну, так, как нужно. И он мне в ответ пишет, Виталий, я хочу изменить договор. Вместо слова «займ» я хочу поставить «дар любви». Давайте представим нашего Бога. Это просто настолько удивительно. Настолько удивительно. Настолько удивительно, друзья. Когда мы получили это письмо, вы знаете, мы как-то самарянка бегали по этажам, собрали всех, собрали сначала строителей. Я им все рассказал, показал, они смотрят на меня такими глазами. Я говорю, смотрите, какой живой Бог. Они смотрят на меня вообще как на какого-то странного. Вообще, как это строит по вере, как-то так все. Потом наших детей собрал, мы все вместе склонились, мы благодарили Бога. И мы получили слово, что как в той истории, помните, там было 10 прокаженных, и только один из них вернулся, чтобы поблагодарить Иисуса. И мы слово получили, мы хотим быть как тот один, быть благодарными, потому что это такие знаковые моменты. Я надеюсь, что через несколько месяцев мы закончим полностью этот проект строительства, и я так верю, что в следующем году мы будем уже, ну хочется, мы подойдем к основному нашему зданию и начнем строить наше основное здание для нашей церкви. Итак, я говорю о бескорыстной любви. Я закончу примером Иисуса. Иисус явил собой образец бескорыстия. Он оставил славу неба. Он спустился на грешную землю. Он пришел не для того, чтобы здесь на земле что-то поиметь. Ему ничего не нужно было здесь, на этой земле. Он все имел на небесах. Он имел ту славу, о которой мы даже не можем представить себе, что это такое, еще до создания мира. Он был в Бытие в первой главе, когда Бог Отец творил человека, и рядом был Иисус и Дух Святой. Он создавал человека и человечество. Но это человечество пошло путем греха, путем своей воли, бунта. И вот Иисус предстает пред Отцом на небе и говорит, Отец, вот я, пошли меня. Я пойду, потому что я люблю этих людей. Я пойду, потому что я хочу спасти их.
Я пойду страдать. Я знаю, что они меня распнут. Я знаю, что я буду очень сильно испытывать необыкновенную боль. Я знаю. Я знаю, что они поступят вероломно со мной, что за все то доброе, что я сделаю, я знаю, они наступят просто на меня, и они схватят меня, и они убьют меня мученической смертью. Я знаю. Но вот я, Отец, пошли меня. Вы знаете, когда Иисус был на земле, Иисус не был таким наивным. Помните, однажды Он взял 2 рыбки, 5 хлебов, благословил, потому что видел, что люди голодные, и накормил всю толпу. А эта толпа теперь ходила за Ним, теперь постоянно. Вот, ну, то есть, потому что, ну, это же круто, вот просто взять, видеть чудо и бесплатно вот так вот поесть, просто бесплатно, не надо денег тратить, ничего. Это же как хорошо вообще, почему бы и нет? Послушаешь истории, Он помолится, если больной, то Он тебя исцелит и накормит тебя. Иисус посмотрел на них и говорит: вы идете за Мной, потому что вы ели хлеб и насытились. Другими словами, Он говорит: а я глубже вижу твое сердце. Я вижу там мотив твой. Я вижу выгоду, корысть. Я вижу, что ты просчитываешь, что ты думаешь, что ты будешь иметь с этого всего. Иисус тогда не сделал больше никакого чуда. Он не накормил их. Но мы знаем, что Иисус стольких людей исцелил. Не было ни одного, кто пришел бы к Нему и попросил бы у Него с верою об исцелении и ушел бы больным. Не было ни одного. Он воскресил Лазаря. Он воскресил сына вдовы из города Наина, когда была вот эта траурная процессия. И они шли, и там плакальщики, там все плакали. Иисус шел с учениками навстречу. И Он, увидев это горе, остановился и исцелил. Воскресил, точнее, этого парня, который умер, и отдал его матери. Он сделал столько добрых дел, сделал бескорыстно. И вы можете сказать: ну, это же Иисус. Но Бог хочет сегодня проговорить тебе, чтобы ты заглянул в свое сердце. А как там? Что там внутри тебя? Может быть, ты просчитываешь что-то. Может быть, ты думаешь: а что я получу с этого всего? А почему я должен останавливаться возле этого несчастного? Их так много сегодня, этих вот у дороги валяющихся. Я помню, в 90-е годы мы так охотно оказывали милость и финансовую, и различную. Не было так много людей. А потом как-то их стало так много, быстро, много. Все просят. И постепенно приходит такое чувство, что: а я же не могу всех накормить. А зачем? Да нет. А потом уже привычка, что мы не делаем никаких добрых дел. А зачем? Мы не делаем. Да Господь знает. Господь позаботится. Бог смотрит сегодня на твое сердце. Церковь призвана к добрым делам, к бескорыстию, к проявлению любви и заботы, как это сделал наш Господь Иисус. Давайте встанем, друзья. Я хочу молиться сейчас. Вы знаете, моя молитва будет о том, чтобы Господь менял нас. Я думаю, мы остаемся жить на земле, потому что Бог готовит нас к вечности, и Он меняет нас. Так же, как в Библии написано: пусть слабый скажет: я силен. Я бы сказал так: пусть человек, у которого так много своих эгоистичных желаний, своей воли, выгоды, корысти, изменится и скажет: а я сделаю это доброе дело. Сделаю его просто во имя Господа. Сделаю вот так, знаете, как нас учили в детстве. Сделаю так, чтобы правая рука не знала то, что делает левая рука. Сделаю это перед Богом. Отец Небесный, я прихожу к Тебе сейчас в этой молитве. Вместе с моими братьями и сестрами, Господи, я так благодарен Тебе. Так благодарен Тебе, Господь, за то, что Ты спас нас не по делам, но по Своей великой любви и милости. Господи, но есть те добрые дела, которые Ты предназначил нам сделать, Боже. И живя на этой земле, Иисус, мы хотим выполнить их. Хотим сделать их во имя Твое. Без всяких расчетов, без всякого желания получить что-то просто бескорыстно, Господь. Как этот добрый самарянин. Он потратился, Иисус. Он угодил Тебе. Он помог этому человеку. Господи,
Мы хотим быть такими людьми. Я прошу Тебя, Дух Святой, очисти нас. Очисти наше мышление, Иисус. Убери от нас это мышление, которое мы видим в этой притче, что все Твое мое, мышление эгоистов, грабителей. Убери от нас, Господь, мышление также священников и левитов той притчи, тех, которые думали, что все то, что мое, принадлежит мне. И дай нам другое мышление, мышление доброго самарянина. Все, что мое, Твое. Господи, я прошу Тебя, очисти и освети каждого из нас и измени нас во имя Иисуса. Аминь и аминь.